Готово. А мы подготовились. Здравствуйте. Это канал Жизель Мари Лайф. С вами я, Лесседи Оуджи и Эрик Кайт. И сегодня у нас игрок, восьмая серия. Давно ничего не было. Ну вот сейчас мы поднатужимся, так сказать. И что-то будет. Возможно, поднасрём. Да, может быть. Да, может, и нормально посмотрим, прикольно будет, возможно. А это не важно уже. Главное это делать. Уже не важно, да. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Ой, извините. Все полезные ссылки вам будут в описании. Пишите комментарии обязательно, колокольчик не забывайте, чтобы прекрасно прожить эту жизнь. Начинаем. Сколько серий, кстати, напишите в комментариях у сериала. Пока что 10. Что-то я опять забыл. Пока что 10? Я не знаю, как это тебе сказать. В общем, серьги пропали. В смысле? Может, переложил их куда-то? Нет, я точно помню, куда я их положила. Мне кажется, Даниэр взял. Ты уверена? Я не уверена, но посреди ночи он куда-то вышел, это очень странно. Что он тебе сказал? Сказал, что на работе будет какой-то встреча готовиться. Поздно он пришел, и с утра вроде здесь был, но очень подозрительно себя вел. А где он сейчас? Сказал, что он на работе вроде. Так. Короче, я к нему на работу. Если сюда приедет, сразу набери меня, окей? Только без палева. И про серьги пока молчи. А с худолах что? Сейчас надо с Даником решить. Мне кажется, он опять во что-то вляпался. Тарантиновские диалоги. Ты меня в курсе держи, хорошо? Окей. Я спускаюсь медленно ко дну, мне всегда комфортно дому. Блин, цвета прям подходят под заставку. Давай я тебе кое-что покажу. Ты что, 13-й купила? Да, я 13-й. Я в рассрочку. Ну, что он сейчас пиздит, 13-й айфон? А у меня Xiaomi Redmi 6 Pro. Свяжитесь с Xiaomi с нами. Да. Где-нибудь поставим баннер ваш, будет реклама постоянная. Кстати, рекламодатель, если кто-то хочет, чтобы вашу рекламу мы разместили прямо где-нибудь на экране, обязательно свяжитесь с нами. Место наших лиц. Это может быть даже частное лицо, вы можете просто деньжат закинуть, и ваше имя будет на все наше лицо. Татуировку абсолютно сделаем. Вот сюда вот так. Даниар... Там кто-то там. Блин, я весь измазался коктейлем молочным. Даня, здравствуйте. Ну, Саламбор, что надо? Я хотел уточнить, Деке, я же у вас теперь в команде, да? Вы сказали, если помогут с проектом, то возьмете официально. Чё? Ну, команду когда возьмете официально? О, сейчас вообще, блядь, не до тебя. Мозгам дропаш, блядь. Так ебать я... ты, блядь. Как тихо. Я погромче сделаю. Даниэр, ты понимаешь, что сейчас не самое подходящее время уходить в отпуск? Тем более на 2 недели. Тем более сейчас, когда деньги вот-вот поступят. Я все понимаю, Харат Ильич, но я вынужден по семейным обстоятельствам. Мама сильно болеет. Состояние ухудшается с каждым днем. Мы планируем делать операцию.
Матерью не прикрывайся, да. Бля, шакал, да, я. Конечно. Лучше бы женой прикрылся. Блин, я думал, он сейчас скажет, типа, ой-ой-ой, как же жаль, что мне похуй. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Не, ну я девушкой прикрывался. Ну, имею в виду, как только деньги поступят, я тебя отзову. Да, хорошо, я буду на связи. Ну, девушка, это святое прикрываться. Угу. Спасибо. Тем более, что девушка дала... Бля. По причине, извините. Ну вот он, блин. Глист. А камер в офисе нет? Умник. Ну я пока не вижу, кстати. Я пытаюсь разглядеть. Должны же быть 100%. Ну да, вообще да. Блять. Его чего все пугают? Все на него выскакивают резко. Сзади подходят. Я бы тоже что зашуганный ходил. Рад тебя видеть. А, я тоже. Ты че, когда вышел-то? Да вот, пару месяцев назад. Я как вышел, с тобой хотел связаться. Ты номер, да, поменял? Да-да, я номер. Хорошо, что на работе тебя застал. Да. Я тоже сейчас работу сменил. Стажируюсь в одной компашке. А, базара нет. Дань, после той истории с ментами много чего изменилось. Да, не говори, изменилось все. А это кто? А, это его друг, что ли? Да. Блять, я не узнал его, нахуй. Да ты чё? Чё случилось? Ничего, маму похоронил он. Этот, Альбек, извини, но я тороплюсь, мне очень надо идти, короче, срочно. Хорошо. Потом как-нибудь увидимся, ладно? Я этот, просто хотел тебе бабки закинуть. Ну, да ты чё? За ту историю с ментами. Братан, тут только сотка, ты не обижайся. Я частями все верну, я тебе обещаю. Да? Да ладно, ничего, ничего, ладно, пойдем. Блядь, такой поехал, ты, блядь, короче. Давай, братан, хуй, блядь. Номер оставишь? Как-нибудь встретимся, посидим, да, давай. Пообщаемся. Ты этот, как бабки будут, звони, хорошо? На. Все, давай. Говнюк, блядь. Хайрат Демирович, здравствуйте. Здравствуйте. Я Дархан, младший брат Даньяра. Мы с вами на его свадьбе виделись. Да, 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 Дархан, Дархан, очень рад. Заимки. Левой рукой? Рад здесь. А я за Даньяром приехал. Он здесь? Нет. Или это отзеркалено? Оформил отпуск. У меня отпросился. По-моему, отзеркалено. Слышал про вашу маму. Желаю скорейшего выздоровления. Даньяр говорил, что вы готовились к операции. Ну что ж. Да, отзеркалено. Да, отзеркалено. Пиздец, блядь, я внимательный, нахуй. Пусть все пройдет успешно. Операция это он так сказал? Ну, да, не скройтесь от меня, блядь. А, я, видимо, не в курсе еще. Видимо, да. Пугат уезжали? Я в отпуске был, поэтому, скорее всего. Ну что ж, берегите маму. Все, спасибо, Хайрат Тимирович, до свидания. Ну да, не рады. Обязательно. Да. Часы на правой руке. Там опять отзеркалили. Два раза отзеркалили. Туда и обратно. Когда он пошел, ну, вот на нас, отзеркалили. Туда-сюда сделали. Че, куда едешь? Давай подвезу. Да не, не надо подвезти. Да ладно, что ты, садись, куда тебе? Я пизды тебе дам, блядь. Садись. А то ли бежали, подвезти. А тут уже на левой руке. Ну, конечно. Думали, не заметим? Да. Конечно, больше не будем смотреть, блин. Думали, нас да, не ебать. Фу, блин, такими быть. Хайрат Тимировича встретил. Сказал то, что ты в отпуск вышел. Да, проект запустили, но он еще не начался полным ходом. Вот решил отдохнуть немножко. Я когда мелким был, по MTV передача была, по-моему, по MTV или Муз TV. Киноляпы, короче, называлась. Да-да-да. Там топ-10 типа киноляпов.
Забавная хина, я потом такой, тут киноляп, бля, я даже фильм искал, не смотрел. Я после этого искал, да, я искал киноляп. А не, я фильмы даже не смотрел эти. Я просто такой, а вот этот киноляп, кстати, а знаю я. Даже не смотря фильм, я знаю, что там киноляп. После этого просто все фильмы, которые я смотрел, я искал. Я не мог сконцентрироваться на фильме, потому да, кстати. И я находил, я такой, бля, говно какое-то, бля, нашел. Да. Был странный. Зачем ты себе писал то, что мы маму собираемся оперировать? Разве не так? Мы же вроде договаривались в больнице. Не было такого, не помню. Да? Может, я что-то путаю? Я же с отцом сейчас не общаюсь, ты же знаешь. Завтра у нас Саргасол, ты же помнишь? Да, помню. Серьги возьмите. У вас же? Да, дома, наверное, принесу. Как же он держится? В том-то и дело, Даник, что вы нас не знаете, где серьги. Может быть, ты знаешь, где они? Ты чё, братишка, охренел, что ли, а? Не знаю я, где твои серьги. Лежат, наверное, дома где-то. Ты чё мне такой допрос устроил, а? Даня, если у тебя опять проблемы с деньгами, скажи сразу. Нет никаких проблем! Нету проблем! Ты чё, бля, всё, деньги, нах? А, ты про свои деньги, что ли? Про свои деньги. Ты про свои деньги спрашиваешь? Отдам я тебе тай деньги, бля. Рахмета от души, бля, довез нас. Пиздец, бля, долбоёб. Да пошел ты. Куда ты пошел? Иди нахрен. Сука, блядь. Т-32 он мне больше нравился. Просто в шпиона будет играть. Шампиньона. Тоже странно, да. Он еще так близко едет, ну типа, блядь. На той же машине, типа. Очень странные дела начинаются. Сериал. Напишите комментарий, если хотите, чтобы мы делали стримы по интерактивным фильмам Netflix. Это я вдруг вспомнил, что у них есть такое. Да, там, кстати, есть. Да и на Ютубе тоже есть интерактивные фильмы, типа, тоже, там просто, ну, ты нажимаешь на, там, этот, всплывающая ссылка, куда ты ответить хочешь на время, и ты нажимаешь, короче, и тебя переходят на другое видео. Ну, то вот, там, сделали... Да, я знаю, еще давно было видео с Марадонной, типа, там, футбольные моменты, и, типа, в момент, там, стоп-кадр, и, типа, две стрелочки, типа, ты должен был угадывать, в какую сторону он свернет. Это еще лет 10 назад, наверное, было на Ютубе. Ай, ну и залупа. Мы сидели, прикалывались, смотрели. Алжик.
Кепка? Бал сделал, что ли, маскировка. Она черная. Ну, естественно. Короче, с тем банком, что ты собрал, как ниндзя. Нам надо подобрать события с общим кэфом 3,7. И тогда выигрыш составит 8 лямов 200. Нормально же? И какие события ты предлагаешь? Ну, если рассматривать матчи фаворитов ПСЖ, Бавария, Сити, то можно что-то подобрать? Бля, нет, обычно такие команды очень мало дают. Короче, смотри, давай так. Давай на хоккей. Тампа Бэй, Питтсбург. Тампа Бэй индивидуальный. Тотал 5,5 больше. У Питтсбург, потому что они пингвины. Пингвины Москва. Ту-ту-ту-ту-ту. Пингвины Москва. Да. Да. Что? Что? Я хотел сказать, что Влад состоял в хоккейной команде, а я в киберспортивной команде. Да, пингвины. А Влад и киберспортивный, и хоккейный, а я в киберспортивной команде. Да нормально, бля. Там Бавария, да. Говнюк, бля. Ты что здесь делаешь? Вот ты где бабки просаживаешь, да? Вставай, пойдем отсюда. Вставай отсюда, пойдем выйдем, поговорим. Ебись, заебал. Таник, пойдем выйдем, поговорим спокойно. Братан, у тебя проблемы, говорю, пойдем выйдем. Да сейчас у тебя нахуй проблемы, ты меня понял? Пошел нахуй отсюда. Успокойся, пойдем выйдем, поговорим. Вообще сейчас нахуй не до тебя. Успокойся. Успокойся, нормально все. Да, успокойся, блядь. Ты что, сука, из себя батю строишь, нахуй? Нормально. Пошел нахуй, слушай меня, успокойся. Пошел нахуй, сука. Да, не, блядь. Нормально. Подожди, я говорю, пойдем домой. Иди нахуй. Ты кто, сука, вообще такой? Пойдем, где выйдем, говорю. Зачем? Ты что, долбоеб творишь, нахуй? А? Ты что, долбоеб творишь? Охрана! Оставь его, Даник, да я твой брат. Ты нахуй убери, блядь. Разбирайся на улице. Это мой брат, блядь. Мы его заняли, ты что творишь, блядь? Поехали со мной. Да, не говорю. Вы его знаете? Первый раз вижу. Эй, Даник, сука! Даник, сука, это я, Дархан, блядь! На выход! Даник, блядь! Сука! Эй, руки убери меня! Нормально? Ну, нахуя говорит, что это я, Дархан? Сука! Ну, типа, чё? Он закрыл дверь, подожди, чуть-чуть перемотай. Мне показалось, что он закрыл дверь и сам постучался в дверь. Эй, руки убери меня! Нормально все? А, да. Ну, все-таки культура, это не вышибешь. Дверь надо за собой закрыть. Да. И ты потом биться в нее. А то, что он говорил, я твой брат, но, ну, типа, он думал, что он не вменяемый, не в себя. Своими компьютерными играми. Да ну нет, он же видел, типа, что ты из себя отца строишь и так далее. Все, там все понятно было. Что он в курсе всего. На эмоциях. Полжика зря ударил, конечно. На эмоциях. Чем машину разберет. И как им надо, соберет. Да. А, бля, нормально заебал? Че нормально, бля? Че за UFC-шник это вообще? Забей. А хули ты ноешь? Помогай давай. Давай на него поставь. В смысле ноешь, блядь? Он мне чуть нос не сломал. Похуй мне на твой нос, помогай я тебе. Эй, ебать, я ж тебе сказал, ставь на фаворита. Да знаю я это. Ну что, ну ты нахуй. Вообще, нахуй я тебе бабки плачу, а если, блядь, а тебе толку нуль на. Иди нахуй, блядь, сам ставь, если такой умный, блядь. Я сам пошел нахуй, сука. Гандон, блядь. Без тебя справлюсь, нахуй, пидор ебаный. Давай, давай. Всем вообще похуй. Чисто похуй. Ой, блядь. Ну, этот человек потерянная душа, конечно. Эй, повремени, братишка. Пошел нахуй. Эй, повремени, я говорю, сука, поговорить надо, блядь. Сука. Албадюк, блядь. Албадюк, блядь, я найду, сука. Сезінесің өзіңді тастанды. Кейде әрекет жақсы, кейде жасанды. Жоқ, бәрі енді ғана басталды. Бетке күліп арттан жасамашы қастандық. Ешқашан кешімес, өмір кешімес. Неге тез кетіп кешкелес. Қой, 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 жақтан
кеткенес жұдырығы менің жақтан кеткенес сақтан сен елес күтіп тұр талай белес қырғын төбелес мен келсем өзің күйтесің сен емес сен идергесің я мен аз қалдым ал сен ауа тепесің түсінбейсің қиын. На этих компьютерах типа установлены только проги и букмекеры. А где погрузчик? Планился! На, возьми, что. Ну я думаю, это как типа как интернет. Там можно и тем, и тем пользоваться. Вряд ли там. Хотя, может быть, приложение сделано. Можно ограничить, типа, работу компьютера только этим приложением. Что сверну, я так и думаю. Похоже, было чисто. Ну, как в том месте, где они до этого ставили. Угу. Букмекерская чисто. Чтоб был через минуту. Алло. Пап, дай денег. Говорю. Я принес долг. Что это? Это ставка. Хоккей. Тампа Бэй Питтсбург. Результат будет через полтора часа. Выигрыш составляет 11 лямов. Я ставил в другой конторе. Ты меня удивляешь, Даниэль. Ты вместо денег принес мне ставочку? Ты что, самый умный, что ли? Если ты мне должен денег, я обязан приносить мне деньги. И у тебя через полчаса истекает срок. У тебя нету времени. Здесь выигрыш 11 лямов. За просрочку остальное можете оставить себе. А ты уверен, что выиграешь? Да. Уверен. Ты взрослый человек. И знаешь, что за ошибки наказывают. А знаешь, почему Бог выбрал огонь в качестве наказания? Огонь очищает. Но я думаю, ты не ошибешься. Проводите. Если что, ты знаешь, что делать. Бля, не трогайте ее, бля. Стой, а он ему оставил iPhone 13, да, который этой бабы? Ну, он забрал его, я тоже думал, он ему оставит. А, он его забрал? Да. Но... Ну, он, блядь, стоит, типа... Полмиллиона тенге, наверное. Если на 5 умножить сотку. Что ж, мы готовы. На лед выходят команды Tampa Bay и Питтсбурга. Tampa Bay явный фаворит. Все предсказывают разгромную победу в их пользу. Хотя скажу я сам, спорт это всегда непредсказуемость. Может произойти все, что угодно. У нас... Я сегодня проследил за Даником. Че ты мямлишь, говори уже. Он был в букмекерке. Короче, он играет. И, скорее всего, давно. Идет последний период игры, где Tampa Bay ведет со счетом 5-1. Форвард Тампы замахивается. Гол! Шестая шайба ворота Питтсбурга. Браво! Болельщики ликуют, ведь их команда с разгромом побеждает соперника. Хотя подождите-ка, что происходит? Главный арбитр берет видеопросмотр. Возможно, эта шестая шайба не будет засчитана ворота Питтсбурга. Да, так и есть. Вся сила лидирует. Плохи твои дела, Даня. Шайба была забита не по правилам. Все, официально судья отменяет последний гол Тампа Бэй.
дома, а времени почти не осталось. Я, конечно, верю в чудо, но отыграть столько шайб Питтсбургу навряд ли сегодня по силам. Там кто-то с ноги ударил по шайбе. Время. Интересно. Смотрел бы, отправляем. Успокойся, он валит! Блядь. Бата, действуй. Как будто его что, он прям пойдет туда? Зачем так странно показали, как будто его двое? Крутая фотка. Я думал, он пойдет сейчас к квартиру. Бля, сука, куда он делся? Куда побежал? Ерекше булесе. Сөз алдым тағы. Сөз күтіп таңды жағыз. Жылытар жанды. Звуковое уведомление. Круто продумал. Алло. Жылытар жанды. Что? Тынды сағын жазған әнді кейде. Ұмытып кете берім көп жағдайды кейде. Шыным мен әуіндерім баяндайды кейде. Тілдерім айтуға да ұмтылмайды кейде. Үнсізді қарады көп жағдайды кейде. Аяғым мәкетеді ерекше бір бейді. Сонда да жүрегім тұр мұңлы жайлы кейді. Кегізде қайтым келеді үнсіз жалғыз үйге. Үнсіз қалдым тағы. Ну тоже странно, так он быстрее деньги точно не отдаст. Да мне кажется, там уже просто плевать им на деньги, они просто хотят его. Ну тогда уже лучше семью трогать, а не, ну, смысл этого цветочного. Ну, лучше. Ну, я имею в виду, ну, если... Для них, типа? Ну, как плохому человеку сделать, что лучше. Лучше бы, блядь, семью, блядь. Бля, ну цветы трогать, это, конечно, блин, зверство еще то. Ну хоть семью не трогали. Бля, синяки ему, наверное, нарисовали, конечно, пиздец. Охуеть можно. Да. Как будто уже героиновый наркоман. Да, ну, интересная серия. Обсуждаю. Даника. В общем, да, не будьте такими, как Даник. Ну, там еще квартира есть, можно ее заложить, отыграться, там будет стопроцентная точка.
Ну, пополам делишь, сначала одну ставку делаешь, если не проходит, ну, ты какую-то одну треть ставишь, а потом увеличиваешь, если что, если проиграл вдруг. Не, лучше разом поставить, чтобы наверняка выиграть сразу. Чтобы сразу много было. Да. Чтобы деньги много сразу было. Вот, подписывайтесь на канал, если этого еще не сделали. Вы можете это сделать, чтобы поддержать нас. Либо просто сделать доброе дело, если хотите. Лайк обязательно. И все полезные ссылки будут в описании. Спасибо, что были здесь. Спасибо, что смотрели. Всем спасибо. Всем пока.